В день знаний 1 сентября у сотрудников ГИБДД республики является особым днем. По статистике, в это время резко увеличивается количество травмированных детей. Одним из этапов профилактики и предупреждения травматизма у дорожной полиции является работа среди несовершеннолетних в детских лагерях отдыха. За 7 месяцев текущего года на территории города Улан-Удэ произошло 61 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних участников дорожного движения, в которых 67 детей получили различные травмы. А основным видом дорожно-транспортных происшествий, в которых у нас страдают дети, это у нас столкновение. То есть пассажирами, в качестве пассажиров участвуют несовершеннолетние. Предупредить и предотвратить — с этим лозунгом на обочину дороги, что на Верхней Березовке у детского лагеря, вместе с полицейскими вышли ученики одной из городской школ. Отдельный батальон дорожно-патрульной службы обращается ко всем участникам дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. В связи с тем, что не за горами новый учебный год, поэтому детей, пешеходов на проезжей части будет очень много. Полицейские вновь напоминают автомобилистам быть предельно внимательными. Весь нового учебного года маленьких пешеходов на дорогах станет гораздо больше. Намсара Намсараев, Жаргал Цариндашеев. Новости дня.